Индиго. Растительный препарат такой интересный. И сейчас этой работой интересуются очень многие у нас в России. ЮНЕСКО организация объявила этот год годом индиго. На самом деле таким большим толчком к этому изучению этого материала послужило исследование Галины Александровны Федоровой, которая живет в городе Владимире. И пошли ее ученики, пошли сами люди пробовать изучать старинные записи, старинные книги. И это как бы коснулось и меня. Мы купили дом в деревне. Мы сделали какую-то мастерскую, приближенную к исторической. Спасибо моему мужу Валерию, который согласился, видя, как мне это хочется, как я к этому стремлюсь. Он делает доски, а я печатаю и крашу. Конечно, он помогает мне и в крашении. Он берет на свои самые физические такие нагрузки, полоскания. В основном идея вот была у меня. Это квадрат, вот русский квадрат. Сразу же о чем хочется подумать, это платок. Поэтому в своей работе я использовала платки. Когда красильщики делали образцы своих тканей и крестьянки приходили, выбирали рисунок, они делали длинное-предлинное полотно, которое называлось манерником, на котором были представлены образцы рисунков этого мастера, который красил красильщика. Здесь у меня тоже использованы вот манерники. К сожалению, мне пришлось их порезать в данной ситуации. Согласилась со мной вместе в этом проекте участвовать Катя Кондратьева. Она работает в Санкт-Петербурге. И Катя счастлива, по-моему, и рада, что у нее есть мастерская, она может работать круглый год. У меня работа только сезонная, собственно говоря, как... В принципе, раньше все равно так и было. В основном красильщики работали сезонно. Зимой, как говорят, они иногда печатали, а крашение происходило летом, так как полоскали в реках. Мы рады, что наша страна тоже участвует в этом проекте. И будем ждать этого события в ноябре месяце.